В обе стороны без задержки. На мосту через реку Нерское полностью открыто движение. Реконструкция, начатая в марте 2019 года, практически завершена. Произведены сложные гидротехнические работы, заменены и установлены опоры и плиты. Мост заасфальтирован и теперь открыт для двухполосного движения. Не будет здесь создаваться пробок, вот, и водители смогут спокойно проезжать из одной части городского округа в другую часть. То есть создавалось неудобство, было реверсное движение. Здесь народ в пути терял где-то минут 10-15. Вот. Сейчас же такого потери времени уже больше не будет, и машина будет свободно проезжать. Жители ситуации воспользовались сразу, но далеко не так, как можно было бы предположить. Едва поток машин двинулся в обе стороны, как реконструированный мост стал местом праздничного обряда. Свадьба добавила событию праздничности, но официального открытия все-таки придется подождать. Подрядчик отмечает, что еще не все работы выполнены. Напомним, что этот объект имеет важное значение, так как является проездом к федеральной трассе А-108. Также по этой дороге можно проехать к Москворецкому пойменному заказнику. Интенсивность движения составляет 2500 автомобилей в сутки. Александр Иванов, Дмитрий Волнов, новости Искровект.